Ну вот, друзья, поздравляю вас с женским днем 8 марта. Сегодня у нас праздник. И мы решили отдохнуть в старинном пабе. И вот здесь у нас вот такой шикарный камин. Зажгли. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот старинный паб, друзья. Он вполне себе даже колоритный. Ну, как вы видите, даже то, что у него такой шикарный здесь камин и такой огонь, все это настоящее. Это просто как-то, в общем, вы знаете, очень приятно тут сидеть. А дальше, вот смотрите, это вот такой вот украшен этот паб вот такими старинными рисунками. Я вам их все, конечно, не буду показывать, но вы знаете, это очень популярно. И даже, по-моему, какой-то знаменитый у них довольно-таки популярный художник рисует вот всех вот этих джентльменов. Вот они, видите, по стенкам вот эти вот развешанные рисунки джентльменов. Здесь вот очень интересный такой старинный какой-то светильник. И дальше типа библиотеки такая, книги такие. Ну, знаете, вот, конечно, дизайн вот этих старых английских пабов, он, в общем, всегда разный. Но он очень, как-то, вы знаете, колоритный. Очень колоритный. Вот посмотрите, здесь даже есть такой вот огромный глобус. Огромный-огромный старинный глобус. Сейчас я вам найду. Что, я не могу ничего найти тут? Не знаю, темно. И не могу ничего найти. Specific Ocean. Супер, друзья. Нет, я это не берусь. Знаете, этот бар, он огромный. Вот он разделяется вот такими вот тоненькими какими-то перегородками. Вот видите, вот здесь вот, вот эти тоже такие чисто английские. По-моему, Chip and Dale's. Даже вот эти стулья, они очень тяжелые. Они очень старые, вот весьма колоритные. Дальше вот такая стенка еще. Как-то темновато, жаль, конечно. Вот это вот. Вот если мы идем дальше, каждый уголок поражает абсолютно разным дизайном. Вот это вот, видите, вот сделано типа такого какого-то дома, наверное, какого-то современного. Вот видите, здесь даже детская такая площадочка. Если люди приходят с детками, можно поиграть деткам, чтобы они родителей не отвлекали. Знаете, вот все продумано у них. Все это с любовью здесь собиралось. Вот все, вот видите, вот эта старинная лампа какая-то. Вот этот старинный какой-то джаг. Вы знаете, вот это все, в общем, смотрится очень даже интересно. А еще, вот вы знаете, у них очень популярны вот эти такие старинные вот какие-то вывески на старинных каких-то мероприятиях английских. Вот здесь вот скачки, видите, нарисовано. И вот здесь рядом еще одна такая. Сейчас поближе покажу вам ее. Вот какая-то старинная вывеска. Видите? Это даже вот на аукционах покупается специально для того, чтобы украшать вот эти вот пабы. И вот наверху, посмотрите, там даже пила какая-то висит. Старинная пила, ножовка. Боже! Вот такие вот столики со старыми потертыми креслами. Такие вот столики. Это уже типа шаби-шик что-то. Это все в одном и том же баре, друзья.
здесь вот еще один огромный камин. Но так я понимаю, что он, конечно, уже не топится. Он просто для красоты, для дизайна. Видите, там шишки какие-то поставлены для украшения просто. И здесь опять вот эта вот старинная вывеска. Почему не резко у меня, я не знаю. А здесь есть вот такое вот место для игры. Бильярд. А здесь вот еще такое место, пожалуйста, вам. Вот такие еще вещи у них очень популярны. Очень любят они украшать свои старые пабы вот такими старинными какими-то объявлениями о каких-то концертах. Вы знаете, это все специально тоже с любовью покупается, находится где-то. Фотографии старинные какие-то, видите? Вот старинные фотографии каких-то этих самых пожарных, английских пожарных. Вот такая вот старая watercolor. Это картина 1910 года, Christmas Annual. Джентльмены отмечают Christmas Day. К сожалению, отсвечивает и не видно. А здесь вот еще, видите, что? Это вот пиво. И кружки пивные. Тоже очень-очень старая вот эта вот, вот такая доска. Именно для паба пивного. Супер. А внизу, вот видите, как раз вот этот камин опять с другой стороны. Со своими шишками. Ну, конечно, вот эти вот сумасшедшие автоматы. Старинные, которые игровые раньше были. Сейчас они, мне кажется, просто так для красоты у них стоят. Вот такой, друзья, очень колоритный этот старинный паб английский. Я вам его весь обошла, показала, как он выглядит, и вернулась опять к нашему камельку. Мы заказали здесь себе обед и по кружечке вина, бокалу вина. И будем отмечать 8 марта. А я вас тоже всех поздравляю с 8 марта. Пока-пока!